Здорово, дорогие друзья, с вами я, Саша Драгин, и сегодня мы находимся на Блэкраша, на первом сервере под названием Red, и сегодня, ребят, у нас тест-драйв Скайлайна! И, ребят, я не зря тут выставил, да, находимся, можно сказать, на треке, вот. Сегодня мы затестим вот такой вот Skyline на номерах МТС-928, кстати, красивые номера, не то, что у меня на копейке. Вот, смотрим, что у нас, подвесончик. А, дисочки, кстати, дисочки красивые. По-моему, оригинальные, это ниссановские, не? Сзади, ну, сзади тоже неплохо. Круто. С тонировочкой. У меня как бы... Ну, у меня номера тоже не... Ну, у меня такие, я все-таки, наверное, продал бы их. Наверное. Вот. На самом деле, такого похожего никто не делал. Давайте сядем. Вот салончик. Ребят, салончик красивый. Родной. Дорогой. Погнали, ребят. Если... Давайте пока заглушим. Если у меня был бы выбор между Skyline, да, я... Ну, блин, это сложный вопрос был бы, как бы, если бы мне хватало, например, на C-шку, да, то же самое, 63-ю, только в 205-м кузове. И вот Skyline, я думаю, я бы выбрал C-шку, наверное. Ну, Skyline хорошая машина, я бы покатался, да чё, но покупать, я думаю, не стал бы. Ну, не знаю, может, сегодня изменится наше, мое мнение. Да, кстати, эту машину мне дал мой подписчик. Огромное спасибо ему, поэтому вы должны поставить обязательно лайк. И чуть не забыл, всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Вот, давайте заведем ее. Белый, вот, кстати, белая подсветка, очень такая прикольненькая. Подходит. Вот я говорил то, что подсветка говно, короче, но как бы не на всех машинах. Вот. Так, давайте фары включим. Ох ты ж, мама. Фары-то вообще огонь. GTR. Круто. Очень и очень круто. Давайте фары вырубим. Чё, полетели? Так, надо, ребят... Поехали, короче, прямо. Тихо. Главное, не угробиться. Так, полетели. Ну, до сот... Блин, я не знаю. Давайте вот отсюда. Так, давайте. Раз, два, три. Полетели. Ну... Значит, явно... Ну, это естественно, что он быстрее. Давайте по дрифту, что там. Опа, опа, опа. Ох ты ж. Нормально, слушай, нормально. Туп. Дебил. Что со Скайлайном случилось? Что с ним случилось? Ребят, я... У меня последняя. Она, если... Я сломаю, мы тут останемся навеки. Блин. Надо, короче, какую-то дорогу, чтобы... Это вот, блин, тут опасно. Тут люди... Так, тихо. Вот он вообще бочочком наваливает, смотрите. Такой, оп. Не то. Надо тут развернуться, мы в город просто въезжаем. О, вот тут, оба. Оп, полетели. На самом деле, давайте попробуем. Блин, тут, блин, страшно максималочку замерить. Так. Мне очень интересно, максималочка реально у него. Она явно больше моей копеечки. Ну, по рулежке неплохо. 230. Нормально. Сука. Да. Капец. Ладно. Полетели. Вот, давайте я попросу. Ребят, прыжки в длину, почему бы нет? Опа, ну так, подлетело. Вот, надо поставить сейчас вот тут. Вот где, ребят, надо было снимать-то. Так. Машину, кстати, отремонтируем, как бы. Потому что как-то такое оставлять ее. В таком... О, давайте. Оба! В таком виде. Неплохо, кстати, поставилось. Возле церкви. Я в инстаграме вот на копеечке тут был. Круто. Опа. Не, ну реально круто.
Ну, дрифт тут реально. Дрифтит она отменно. Круто. Мы, кстати, в Нижегородск уже приехали, хренеть. Нет! Ох! Ребята, вы просто видели сейчас мои эмоции. Я думал, все, капец. Она так проскоблила. Охренеть. Ребят, за это просто вы должны поставить лайк. Круто. Реально, просто бомбезно. Ну, тут у нас уже трасса пропадает. Но, блин, так как я поставился... Это... Я в шоке. Опа! Это как его? Зайчик-попрыгайчик. Но я поставился вообще четко. По рулежке вот... Не знаю, я, наверное, сейчас изменю свое мнение насчет Skyline. Я все-таки, наверное... Ну, блин, я не знаю, в то же время C-шку, как бы тут тест-драйв. Да. Опа, не, ну она... Вот знаете, на машинах, когда дрифтишь... Есть, короче... Ой-ой. Да. Плохо немножко все. Угу. Сейчас в магаз заедем. На чем я остановился-то? А, то, что некоторые машины, когда дрифтишь, их начинает, короче, просто они в занос уходят. Вот. И в этом как бы проблема. То есть, получается, ты в занос уходишь, тебя разворачивает, и как бы, ну... Как бы все. Типа, ну все, Санек. Машина тебя развернула. Вот. Так, что там? Во-во-во. Оба. Ох ты ж, вот я б на копеечке уже развернулся. Круто. Можно, кстати. Вот так. Опа. О, погнали, ребята, в деревню. Наведем суету. Это, блин, нам магазик нужно. GPS. 24/7 есть? Нет, нету. Окей, сейчас тогда слетаем еще. Давайте так, поставиться. Опа! Кстати... Бля... Ну капец. Че, все? Так, есть ремка. Баршайка. Нету. Ребят, нет. И это принципиально, я просто так ответил, как бы. Так, я так понял, нам надо возвращать... А, ну, окей. На заправку, так на заправку. Без проблем. Едем. Так. Ну, скорость он до 200 нормально так набирает, ребят. Это прям вообще сногсшибательно. Вот сейчас поставимся еще раз. Раз. Ох ты ж, мать моя родная. Круто, круто. Во-во-во-во-во-во. Ох ты ж. Муа. Не, ну это круто. Очень. Вот еще раз попрыгайчик. Ту-ту-ду-ду-ту-ту. Я думаю, сейчас ему починим, да? Так, автобусники, это опасно. Починим и, наверное, завершим. Я скажу в конце свое мнение. Так. Я боюсь... Так, надо быстро тебя делать, потому что Skyline, он не закрыт. Где? Ремка. Ну, выпустите меня. Где? Где? Фух, я уж испугался. Аж. Ремка. В смысле, вы далеко от машины? Ты дурачок? Ну, окей. Тут норм? Вы слишком... Ты дурачок? Я не понимаю логику. О, наконец-то. Садимся. И возвращаем это. Не, ну круто. Есть один вопрос, куда ехать. Так, тихо, он что-то багается.
Так, давайте разок пролетим. Там сюда надо. Вот так. Не, ну зачет, ребят. Я думаю, если тот человечек будет не против, то. Вот она. Опа! Опа, 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 опа. Тот человечек будет не против, но я тогда отдельный видос по дрифту сниму. Так, опа. Не, ну круто. Вот давайте тут еще. О, сейчас завершаю что-то. Опа! Нет. Слишком узко, ребят. Так, тут я уже на Не, все, разворачиваемся. Погнали, поставимся. И я выскажу свое мнение о Skyline. Потому что сейчас, проехав на нем, я полностью поменял свое мнение. Ну, копейка, конечно, это ничто по сравнению со Sky. Выходим. Круто. Итак, ребят, мнение мое о Skyline. Skyline, ребят, топ. Вот реально топ. Skyline, потому что, ну блин, я не знаю даже, что сказать о нем. Ребят, кто любит наваливать, ребят, покупайте просто на Skyline. Я не знаю, я говорил то, что я не буду покупать, но возможно, я его все-таки куплю. Потому что, ну блин, он реально, блин, ребят, меня переполняет эмоциями. Это бомбезно, просто-напросто бомбезно. Круто, просто, ну как это... 5 с плюсом ставлю Skyline. Управление, ребят, просто шикарное. Вот просто большой респект и спасибо вот моему подписчику, который мне дал на тест-драйв машину, потому что благодаря ему мы сегодня смотрим этот видос, и я ощутил вот такой драйв. Я надеюсь, ребят, мы наберем хотя бы 10 лайков, ребят. 9 вообще махом набираются. 10, ребят. Это, ну, это самое маленькое, ребят. 10 лайков. И просто я договариваюсь с подписчиками, мы снимаем видос. Вот. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.